Всем привет, дорогие друзья! С вами Злеу, и мы с вами продолжаем играть Fallout 4. Как вы поняли уже, да, ребят, марафона что-то вот нету, как-то за горизонтом, да? Вы уже это поняли. Мы будем с вами не очень как-то так торопиться проходить. А дело в том, что у меня сейчас происходит просто офигенный ремонт, как бы просто полный пиздец здесь. Скажем так. Так, у нас какие-то поселенцы идут, и причем, смотрите, поселенцы какие-то гули, что ли? Ну-ка, сейчас посмотрим, погодите, у меня есть получше пушечка, давайте, так, стрелковая, есть тактический, ой, нет, не тактический, а разведывательный. Ну-ка, смотрите, и вправду гулиха. Ой-ой-ой, что такое? Смотрите, кто-то на нас так, поселенец на кого-то нападает, на кого же он там? Тихо, отменить. Что-то я ни хрена не понял. Или они это ко мне идут? Че, серьезно, ты ко мне идешь? Так, надо лучше вооружиться. На помощь! На нас напали рейдеры, помоги им нам! Эй. Привет. Yes. Да. Рейдер? Что-то мне это, знаете, на что напоминает? Как в Fallout New Vegas. Там также просят помощи. Типа, ой, быстрее сюда, чувачок. А потом меня как раз хдыщ лопатой по затылку. Что-то мне кажется, что что-то типа того. Ну, может, они не врут, конечно. Мы с вами пришли, кстати, в Diamond City. Я думал, Diamond City будет как-то... Ёб твою мать. Гончий мутант. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, охрана Diamond City. Эй, ребят! Так, тихо. Погодите, давайте на всякий случай загрузимся, потому что у меня такое чувство, что я попал по охраннику, и теперь нас... Так, дульные тормоза и компенсаторы, ну это мы знаем. Так, ну-ка давайте пройдем еще раз. Что-то я не верю, что он для нас был враг. Да, видите, он не враг для нас. Как бы. Так. Я, видимо, попал нечаянно. Эти крысы. Так, тихо. Блядь, что ж на меня-то? Молодцы, мясо. Стопка, нет, спасибо. Так, тихо, кто... Супермутант-разведчик, охренеть. Почему вы, дурацкие человеки, всегда деретесь? Если... То есть, как бы не драться, что ли? Слушайте, нормальненько так. Ой, привет. Так, ну, в принципе, супермутантов мы уже раскладывали, ребят, не раз. Хорошо, что псинка нам помогает. Нам, кстати, в комментарии там написал братишка, мол, нахрен вы с псинкой-то ходите. Быстро другую еще. Ой, точнее, робота возьмите. Тихо. Патрончики. Так, еще один здесь будет. Ага, супермутант. Ни хрена себе, я как его увидел. Ну ладно, пусть он стоит. Ой, братишка. Ты же хорошо так стоял. Твое время вышло, человек. Так, погодите. Помощь, арбузик. Че арбузик дает? Радиация. Че там? Кушаем. Жареный рот-таракан. Так. Ну. Так, бутылочка коктейля молотого. Что у вас тут находится, ребята? Вы... Твой братишка какой-то. Пачка сигарет, ни хрена себе, патрон для дробовичка. Так, ну неужели тут ничего больше нет? Сейчас, погодите, глаз протру. Кто тут пыли до хрена, ребят? У меня просто офигеть, сколько тут пыли. Кто не любит пыль, мне кажется, бы просто умерли. У меня вот просто друг, колясик, он ненавидит пыль. Он бы просто здесь сдох. Это капец, это просто пиздец. Ладно, скажем так. Потому что, ну, ужас. Столько строительной пыли. Некоторые скажут, типа, ой, братишечка, да ты, типа... Бедный. Но я, кстати, не один делаю, конечно, ремонт. Вот, с отчимом.
Круто, да? Так, стрелковый. Крышечки, патроны. Легкая сварная. Так, легкая сварная. Да, мы не можем, конечно, бежать. Сколько? 8? А, у нас получше. Вы чего, ребят? 15-15, а тут вон как. Выкидываем. Еще плюс не можем бежать. Это дальше бред какой-то. Так, этот сундук мы навряд ли возьмем. Так, идемте дальше. Так, братишка, привет еще раз. Все, идемте. Поговорим с охраной. Может, ну-ка. Здесь нужно жить сегодняшним днем. Хорошо. Настоятельно советую побывать в Грейк-Дардене. Там всем заправляют роботы. То есть там мы можем компаньона взять. Ну, блин, псинка, это ж офигенный компаньон. Или погодите, можно еще одного взять. Тогда все будет намного проще. Так, привет, ты дружелюбный робот? МК-1. Ой, блин, прикольная штука. Diamond City, типа, этим путем иди. Здравствуй. Ого, мутантов не боишься, значит. Наш человек. Этот путь, Diamond City. Ну, наконец-то, ребят, мы с вами продадим всякого говна. Проходи, не задерживайся. Ух ты. Что значит не могу открыть? Не могу открыть ворота. Дэнни, хватит валять дурака, я тут стою на открытом месте, если ты не видишь. У меня приказ не пускать вас, мисс Пайпер. Извините, такая у меня работа. Такая работа, чтобы защищать Diamond City, нужно не впускать меня внутрь. О, смотрите, страшная репортерша. Прошу прощения, Пайпер, но Макдональд рвет и мечет. Говорит, что в статье сплошная ложь, весь город теперь на ушах стоит. Блять, на ушах, на ушах. Ты откроешь сейчас, или я, не знаю, порву твою жопу домкратом. Открывай, сука. О, ты хочешь попасть в Diamond City, верно? В общем-то, да. Подыграй мне, черный властелин. Так ты говоришь, что у тебя караван с товарами из Куинси? И у вас хватит товаров, чтобы магазин на месяц вперед снабдить? Ты слышал это, Дэнни? А ну-ка открывай, тут черный властелин, такой с бугристыми мускулами. Ну ладно, ладно, я-то в чем виноват? Сейчас, минуту. Слушайте, давайте хоть оденемся. Черт возьми, а то это капец какой-то. Почему я не могу? Военная форма? Что за хрень, блин? Куда я потерял? Куда я потерял свою... Что за... Погодите. Не понял. Прикола. Ну, ладно. Так, сохраняемся. Погодите, у меня же была какая-то форма. Так, а чё? Хорошая мысль, пошли. Прекрасный день в Diamond City. Так, вот нас... Пайпер, кто тебя обратно пустил? Я велел Савалин не открывать ворота! Ах ты мерзкая! Лживая подстрекательница! В этой твоей газете одно... Вранё! Я твой станок на запчасти разберу! Как я так... не мог сказать... одно слово... Аж какие-то звуки... О, это официальное заявление, мистер Макдонах! Мэр Тиран атакует свободную прессу! Because the mayor's threatening to throw free speech in the dumpster. Поддерживать газетчик. Свобода прессы мне всегда импонировала. О, достопочтенный, блять, сэр ебучий, я не имел в виду вас, нет, вы похожи на того, кому найдется место в Diamond City. Добро пожаловать в великий зеленый самоцвет. Содружество, безопасность, счастье, отличное место, чтобы потратить деньги или обосноваться. Особенно деньги. И не слушайте, что говорит эта скандалистка, ладно? Несомненно, у вас тут отличный город. Да, лучший карточный домик в содружестве, пока ветер не подует.
Так, у вашего визита есть какая-то конкретная причина? Я пытаюсь кое-кого разыскать. Разыскать и кого же? Мой сын, Шон, ему еще года нет. Подожди, у тебя сын пропал? О, слышишь, Макдонах? И что же служба безопасности Diamond City сделает? Это у нас далеко не первое. Не слушайте ее, к сожалению, ваша служба безопасности не в состоянии расследовать каждое дело, но вам мы сможем помочь, я уверен. Diamond City способна оказать любую услугу. Несомненно, кто-нибудь из наших достойных горожан сможет выделить время и помочь вам. О, слышишь, Макдонах, ты же... это у нас далеко не первое заявление про пропажу, да при этом похищен ребенок. Надеюсь на это. Это скандал. Служба безопасности Diamond City не может выделить людей. Я требую истины, Макдонах. По какой причине никто никогда не расследует похищение? Хватит меня, Пайпер. С этого момента я из тебя и из твоей мелкой сестрички глаз не спущу. Да, это скандал. Служба безопасности Diamond City не может... Блять, да вы заебали. У меня есть идея новой публикации. Этот персонаж сейчас занят. Зайдете ко мне в офис потом? У меня есть идея, но для которой вы идеально подойдете. Ты что, заигрываешь, что ли, со мной? Вообще-то у меня тут обручальное колечко. Ладно. Конечно, конечно же. Проходи внутрь. Дэнни. Это про вас мне Пайпер говорила. Что-то мне подсказывает, она мне снова лапшу на уши навешала, правильно? Я не лгу. Мне не хотелось вам врать, офицер, но случилось так быстро. Вы не первый, кого Пайпер втянул в неприятную историю. Спасибо за то, что честны со мной. Если бы кто-то решал, мы бы вас обоих без проблем впустили, но тут командует мэр. Ну и вы сами видели, насколько он зол. А что вас привело в город? Будьте любезны, укажите причину в журнале. Я пытаюсь кое-кого разыскать. Вот как. И кого вы ищете? Меня похитили сын, его зовут Шон, он еще совсем младенец. О, простите, но у нас приказ не заниматься делами о пропавших людях. Блять, людях! В городе все нервничают из-за института, и мы не можем подливать масло в огонь неофициальным расследованием. Что если начнется паника? Дэнни, мне нужна какая-нибудь информация неофициально. Блять, простите, я не могу, у меня приказ. Дэнни, мне нужна какая-то информация, неофициальная. Если я еще раз? Дэнни, мне нужна какая-то информация, неофициальная. Простите, не могу, у меня приказ. Дэнни, мне нужна какая-то информация, неофициальная. Простите, я не могу, у меня приказ. Дэнни, мне нужна какая-то информация, неофициальная. Простите, я не могу, у меня приказ. Ладно, ладно, хватит. Может, совершим несложный обмен, деньги за информацию? Послушай, я не беру взяток, ясно? Нет. Бля, да ты заебал. Ты чё? Чё, серьезно, что ли? Есть такие... Еще остались такие люди, которые 50 крышек... 50 крышек, вы представляете? Я 50 крышек, я не знаю. Я еле как нашел 50 крышек. Я такой, ну ладно, ради сынка я готов 50 крышек... просрать, а он... Так. Давайте. Так. Да, мы уже слышали. Дэнни, мне нужна кое-какая информация. Опа! Ладно, могу вам кое-что подсказать, неофициально. Как пойдете в город, идите к дальней стене в обход рынка. Увидите переулок с паркой ярких неоновых вывесок. Детективное агентство Валентайна. Но оно много кому глаз мозолит, так что я вас предупредил, если честно, если что. Так, спасибо вам за помощь. Ага, удачи вам, не создавайте нам проблем. Черт, спасибо. Спасибо, Дэнни. Дэнни, спасибо тебе. Так, ладно, наверное, не будем на лифт садиться. Вин Дизель, а вы-то откуда? Или лысый из Брейзерс? Не понимаю, я пока еще не решил, кто здесь. Что-то слишком много таких людей. Так, ну хорошо, теперь мы знаем, куда пойти.
Блин, бедный сыночек, господи, сына, зачем тебя забрали? Ай, не понимаю. Силовая броня Т-51 лучше довоенное средство. В битве за Анкоридж. О, я там бывал, ребят, помните? Там мы сражались еще как. Где только, правда, ее взять? До сих пор, прикиньте, до сих пор она существует, ё-моё. Так, все, ребят, наконец-то мы... Пайпер, ты вернулась. Сохраняемся. Впервые тут. Сходите к Эбботу около стены, получите урок истории. Ай. Привет, малышка, как продажи? Печатный пресс работает на износ. Мотору скоро кранты, если мы его не заменим. Ты это уже не первую неделю говоришь, а старичок все пашет. Не волнуйся ты так. Я пойду к себе в офис. Если увидишь разозленных политиков поблизости, свисти. Свисти. Свистни. Что такое? Что-то случилось? Свисти, а не свистни. Читайте события и будьте в курсе. Шпилька 3. А что значит укра... А, украсть. А тут вот это по-нашему. Так, рынок Diamond City. Если тут те самые, то одна из них его секретарша с такой аккуратной прической. Джон, Кэти. Ну, это просто великолепно. Так, робот. Гражданин. Тахай. Не забивай голову, просто скажи да, больше он ничего не понимал. Да, господи, это этот. Да. Да. Три... Серьезно? 33? Вес, цена 40... 48 за одну? Ты что, сука, охуел? Я еле как 1200 крышек-то нашел. Гондурас, ты херов. У тебя 33 крышки, ты... Ты чё, сука? И он, посмотрите, что еще покупает, а? Вот. $2! Пидорас. Пошел ты в жопу. Твердите. Охренеть, я еще собачатину ему продал. Всего лишь, да. Ух ты, ой, блин. Хера себе, выстиранное голубое платье, не будем брать. Так, тут подвал Фэлла. Так, тихо. Угу. Got it. Вас обнаружили. Блять, как вы обнаружили-то? Тихо. Не надо, чтобы меня обнаружили. Тихо, собачка. Телефон украсть. Ёбаная бабка! Мочи ее! Да дай мне ее! Ах, какая бабуля хорошая, а? Ух ты, бабулька, ух ты, бабулька-то какая. Ну ладно, 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 ладно. Я понял, лучше этим не заниматься, сука. Нет, не будем срать пока что. Потому что я даже не знаю, как здесь все устроено, понимаете? Да, бабки здесь с сексуальным телом. Господи, сколько мы не видели женщину, сколько? 200 лет, сука! Ходите по магазину ночью, вы всегда открыты. Обмен. Конечно, что у вас есть? Пожалуйста. Так, отлично, мы с вами нашли, не знаю, местечко, где... Охереть, всякого говна просто... Просто до хрена всего. Ядерный блок? Цена 475. Ах ты, ублюдок. Стимуляторы. Блин, да чё они такие все дорогие-то? Вы чё, совсем офигели? Так, ну ладно, тогда будем ему продавать всё. Цена 5, охереть. Байки торговца, биометрический сканер, босс. Так, бутылка. Винт. Нет, винты нам нужны. Ствольный пистолет продам.
18, да что ж такое-то, ни хрена себе. Так, принять. Жетоны, жетон на метро. Так, самое важное, это, знаете, нам что продать? Нет, это мы не будем продавать. Нам-то самое важное, так, цепи супермутанта. Они у меня что, одеты? Прикольно. Так. Сейчас я подумаю, погодите, ребят. Так, R принять, подтвердить сделку. Почему я только сейчас вот так, да, сделал? Потому что нам нужна псинка. Так, псинка, у тебя всякого говна полно, гав-гав, толстяк. Мы не будем продавать, потому что надо здесь его куда-нибудь... Миниган, блять! Да, взял его. Тихо. Я уже, видите, как заматерился. У нас большая честь. Конечно, а что у вас есть? Миниган. Цена 156. Сука, и он... Так, хорошо. Давай мне тогда, знаешь, что? Даже не знаю, что у него взять-то, костюм грузчика. Ментаны. Пару стимуляторов, наверное, возьму. Нихуя себе. Давай один. Ну ладно. Пусть так. Это просто... Это самая херовая моя история сделка. Дом Артуро. Сейчас ночь, поэтому, видимо, такая херь. Перси только у нас, Тарак, Даймон Сити. Ну, потому что ты робот, конечно. Блин, мне надо где-то поспать. Пакет крови, пафаут. Вас обнаружили. Блин, ну вот... Плохо. Так, основная база. Этот замок не вскрыть. Так, я так понимаю, это наш дом. Но... Блин, да, это наш дом, он будет, но пока что ни хрена. А, нам нужно какое-то разведывательное бюро. Знаете, как в LA Noir. Детектив. Так, ну погнали. Теплица. Так. Начата дорога к свободе. Следовать по пути свободы. Тошка. Каким-то фрукт. Ого! Тут ягоды, блин, такие здоровенные. Так, пачка сигарет. Каким-то фрукт. По пути свободы, да? Не понял я прикола. Так. Так, информация. Дорога к свободе. Следовать по пути к свободе. Жемчужин сотрудничества. Добраться до детективного агентства Валентайма. А тут что? Погоди, мы не туда пришли, что ли? Ну-ка, псинка! Походу, не туда. Ничего не понимаю. Теплица. А, ну теплица. Как бы логично, да? Блять, ну понятно, короче. Так, все, продолжаем. Ой, ребят, немного разлил тут воды, ну это плевать, потому что оказывается нам туда. Так, а тут еще по пути свободы. Что это значит, дорога к свободе? Что это значит? Не понимаю. Ну-ка давайте жемчужина вот так вот сделаем. Следовать по пути свободы. Такая музыка еще и играет, интересная, да? По пути свободы. Что это? Ну-ка, куда нам скажут? Блин, да что такое тут? Нет, погодите, на выход я пока что не пойду. Так, а у нас тем временем, кстати, началось утро. Что здесь происходит? Это уже не было, вроде. Не смей, ассасин! Что ты делаешь в настоящем ралли? Где мой брат?
Я не Синт, клянусь, не стреляй, не стреляй, ради бога, я же твой брат. Убери пушку, живо. Он Синт, он всех нас убьет. Кайл, ноу. Так, это, никаких синтов в Diamond City нет, явно просто ваша дурацкая паранойя. Не, я вообще-то тут первый к нему. Эй. Он оставил на меня пушку, мой родной брат. Теперь тебе ничего не угрожает, это самое главное. Я не синт, я же сказал ему, я все время ему это повторял, почему он меня не послушал? Мне нужно время. Отойди, мусорщик. Понимаю, просто хочу узнать, что произошло. А что, криков не было слышно? Парень наставил пушку на родного брата. Решил, что тот синт. Во всем виновата газета. Людей накачивают, а потом всем начинает мерещиться, что родственников заменили синтами. Слушай, мне жаль, что тебя втянули в это, но все закончилось. Ясно? Занимайся своими делами, так будет лучше. Ладно, все, уходим. Синт, я так... Погодите, а кто такие синты, сука? Привет. Господи, это кошмар. Блин, у меня задница зачесалась, вот это кошмар. Так, чудо-клей, мукронин, гражданин. Кто такие синты? Синты... Не понимаю. Так, ну вот, значит, детективное агентство. Давайте зайдем, проведаем их. Привет, что ли? Его связи? О, Ник. Что-то не так? Еще один путник в поисках укрытия от непогоды. Но вы опоздали, мы закрыты. Извините, я зайду в другой раз. Нет, я не это имею в виду, мы закрываемся насовсем. Детектив пропал. Не волнуйтесь, я помогу, расскажите, что произошло. Ник занимался одним расследованием. Банда доходяги. Мы его похитили... Блять, похитила девушку! Он нашел их укрытие. Подстанция находится старое убежище, в нем банда обосновалась. Я сказала Нику, что это ловушка. Но он, как всегда, просто улыбнулся и пошел. Попросить денег. Я его найду, даю слово. Спасибо тебе. Ника узнать нетрудно, он вечно носит одну и ту же старую шляпу и плащ. Пожалуйста, найди его поскорее. Нормальненько так. О, новый уровень, наконец, популяция. Разыскать Ника Валента. Так, давайте смотреть фонтан жизни. Так, сложные замки. А что еще есть? Вероятность получить зависимый прибыль. Так, сильно обезвреживает, повышая вероятность попадания в него в режиме ватс. А что дальше? Ваша собака может повредить ему конечность. Может! Мне вот не нравится может! Песочный. Так, служа самосмерть, вы можете, наверное, убивать спящих. Ага. Ага, конечно, он будет мне помогать. Ого. Так, хлам, аквамальчик. Вода ваш союзник, может дышать под водой. Эксперт-подрывник, фан больших пушечек. Так, наука. Ну, блин, я пока не вижу таких уж сильных... Удары прикладно носит на дозу. Ну, блин, вот это, конечно, круто. Блин, хрясь. Каннибал, лечитесь, пожирать человечем, Так, вот это мне нравится, выносливость 8. Выносливость 8 тут нужна. Пожирая этих маленьких девок. Так, естественно, мы давайте сложные замки пока что будем. Очень сложные не будем. И хакер потом. Хорошо. Так, это что, кровать? Чужая собственность, не могу я здесь, к сожалению, спать. Что у вас еще тут? Одна кровать. Так, все. Удерживать, чтобы открыть диаграмму способностей. Нет, мне это не надо. Так, это получается не его жена, да? Или его жена, потому что
Какого хера у них не двуспальная кровать? Односпальненько. Не понимаю этого. Так, Валентин, Валентин, Валентин. Валя, надо Вальку найти быстро. Ник и Валентайна. Блин, я не знаю, что это такое? Что это? Вот, что это? Мне сказали, что в борьбе с институтом мне поможет подземкнуть. Нахрен. Искать Ника Валентайна. Ну, надеюсь, мы знаем, где это. Если не знаем, то очень плохо. Квестов тут просто до хрена, так что я не знаю, ребят. Кто хочет стрижку? Все хотят стрижку, подходи по одному. Так, это мы уже видели. Нам куда-то туда. То есть не на выход, а даже... А, нет, погодите, на выход, да. Что-то туда зачем-то. Каждый найденный вами выпуск журнала «Потрясающие крутые истории» добавляет вариант способности «Потрясающий крутой». Так, погодите, а мне, кстати, надо прочитать книги. Ребят, мне же надо прочитать книги. Мне их просто до хрена. А так, человек рыбы. $29. Вы что, издеваетесь? На обратной стороне ничего нет. Весом Тейлс. Пистолет — компактное огнестрельное оружие, которое можно удерживать в одной руке. К этой категории относятся пистолеты, чёрная гамма-пушка. Кстати, что за гамма-пушка? А, гамма-пушка, это этот. Гамма-пушка, я где-то ее видел. Вот в загрузках. Загрузка была. Проходи внутрь. Погоди, мой братишка. Мне надо куда-то пройти. Куда мне надо пройти-то? Ого! Боевая зона, это нормально. Так, отмена. Так, понял. Нам вообще надо идти. Так, что за пулемет там работает вообще? Смотрите, как. Просто стреляет и стреляет. Смотрите, ни хрена там. Сколько этого осталось? Что-то охрана тут хорошо справляется. Собачатина, собачатина. Ну, собачатина здесь действительно вкусная. Ой. Ну, блин, лучше бы... Ой, блин. Какой красавчик маленький. Миниган, стреляй, сука! Ага, 33. Так. Модная щетка для волос. Как она вообще в собаке оказалась, я не понимаю. Да, здесь город, конечно, неспокойный. Собачатина. Хорошо, хоть много собачатины. Будем лечиться собачатиной только. Ой-ой-ой-ой. Что-то подзагрузка была какая-то. Так, напоминаю, ребят, что дальше боевая зона. Значит, лучше по-тихому идти. Вот как я уже и сказал. Бля, да ладно! Мне срочно нужен еще один компаньон. Ну что, я понял. Собачатина, собачатина. Так, надо в ватсе. Постоянно в ватсе, точнее. Раз. Два. Клёво. Блин, слоу-моушен вообще зашибись. Тут единственное, вот, что мне не нравится в Fallout 4, да? Это кровь. Я не знаю почему, но она меня просто напрягает. Это вот напоминает мне Borderlands, блин. Ух ты, там робот. Нет, псина. Нет, туда мы не пойдем. Туда я не пойду. К мистеру Хребецу. Ух ты, вот это пейзажи, а. Солнышко так светит хорошо. У нас, блин, капец. Зима, постоянно пасмурно. В Екатеринбурге действительно просто ужасно, ребят. Просто ужасно. Тут не знаю, кому вообще нравится здесь жить. Вообще есть такие люди, нет?
Ой, бля. Так, понятно, здрасте и до свидания. Я не буду вас задерживать там. Ой, нет, 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 нет. Что? Где моя псина? Ух ты. Ух ты, блин. Хорошо живет на свете Винни-Пух. Почему я так пою, да? Потому что мы хорошо... Бля! Я даже не понял, что это... Пептисина! Господи, не плавай там! Ой, блин. Ладно. Ничего себе радиация! Просто зашкаливает ужасно. И главное, ничего, вообще ни черта не видно. Охренеть, 17 радиации. Да вы чё, суки? Так, как я знаю, здесь дохера рейдеров, просто дохерища. А, патронов у нас, ребят, как вы заметили, не очень много. Будем как-то исхитряться. Просто. Просто ужасно. Не знаю, что из этого выйдет. Но попытаемся. Уничтожить каждого рейдера. Ай, блин. Чего чешется? Фигня какая-то. Так, пока никого нет. Ну, это пока что. У меня где-то был охеренный просто 10 мм пистолет. Я не знаю. Просто самый лучший. 45-й. Я тебе говорил, Джонни, что-то там. Посмотри на это место. А все равно, Мэлон, собак, вы же поймали того детектива, который тут ходил и разнюхивал. Что, Мэлон, запер его? Кишка танка прикончить. Ты только новенького об этом не рассказывай, а то начнет битый тебе перед мордой размахивать, пока от морды ничего не останется. Внезапно он стал... Так. Ты гангстер, но ты ни разу не стрелял. Значит, ты говнякстер. Чё ты там не говорил? Ах, Фифтик, вот зашибись, Фифтик, конечно. Он явился за детектив. Да вы суки, ты сука! Були? Прикол. Давай. Так, стоп, все, я понял, это не очень. Так, мощный 10 мм. Ну чё, гангстер. Мы у тебя шкуру пустит. Ты сукин сын, мне не больно. О, спасибо, черный жилет. Так, 10, слушайте, у вас тут до хера просто патронов на мой как раз пистолетик, я очень рад. Угу. Так, вот теперь придется нам немножко полечиться. Так, помощь. Так, ментаны, морковка. Писец, да, ребят? Как мы лечимся с вами. Так, что у вас еще тут есть? Вот чую задницу, что-то у вас есть. Пуасы. Ой. Какой-то пистолетик тут. Бля, да ладно. Кстати, заметьте, быстрый взлом убрали. Интересно, почему? То есть, ни одного... Меня это все напрягало, то что ой, раз и все, и не надо больше как-то тут как-то так работать. Очищенная вода, алюминиевая, вот так. Ага, все, аппарат пусто. Блин, ну почему 20 крышек? Вот как это вообще возможно?
Мне, кстати, ребят написали то, что где керамику взять. Это надо разламывать всякие унитазы, вот что. Вот я пока еще не знаю, как их разломать. Так, не будем это брать. Ветер кула. Угу. Как я понял, там будет босс. Напольные весы обезвредить. В смысле обезвредить? Какого хрена? Ух ты. А, прикольно. Хоть бы, блядь, раз попал. Так. Слушайте, у нас просто охеренный этот пистолет. Я вам отвечаю. Самый-самый лучший. Ну, только вот единственное, конечно, напрягает меня. Ну, блядь. Патронов мало. Ой, псину, суки. Ой. Ну, не... Капец какой-то. Ни хрена. Угу. Так. Ты чё, сукин сын, а? Ну вы совсем мрази охерели. Томми Ган? Вы чё, совсем братишками стали? Всё? Ну вон. Так, патроны. Нет, я даже не буду это всё брать. Костюмчики у вас, папуасы. Линейка. Ой, это, конечно, весело. Мы их просто всех перестреляли нахрен. Черт, этот пистолет, это просто бесценная вещь, ребят. Просто бесценная вещь. Честно, я даже... Вот я никак не думал, что 10 мм... будет так охеренно стрелять. Я никогда об этом не задумывался. Так, терминал. Так, терминал не работает, видимо, для сотрудников. Уважаемые, так, к сожалению, вынужден сообщить, что ваша станция закрывается. В связи с этим наши цены. Купить билет, если? Да блин. Функция недоступна. Совершенно, совершенно ненужный, черт возьми, терминал. Ой, я что-то немного побаиваюсь туда идти. Почему, вы спросите? Да потому что могут находиться мины. В третьем Fallout'е вот такое как раз и было. Что вроде... Ой, блин, обычная подземочка, да? Зато сколько там, сука, ловушек было. Вот это просто не сосчитать. Тут еще нормально. А, странно, никого нет. Масленка. Ух ты! Квантовая ядеркова. Как артефакт, прям. Согласна, да? Опа. Блять, ну вот как он так нас спалил? Ну, вы совсем издеваетесь, что ли, а? Ну, учитесь. Эй. Охереть. Вот это прикол был. Все красное.
Ага, великолепно. Так, этого не заденем. Раз. Ни хрена попал. Да тихо, тихо, тихо. Давай. Ни хрена себе, прям в морду. Ах ты, братишка, ну что ж ты от меня-то скрываешься? Чё-то вы, ребят, тут совсем офигели. Вот это я понимаю, вообще легко. Стой! Что? Это мы еще в убежище не зашли? Это мы еще не зашли в убежище. Оказывается. Ой, псинка, ой-ой-ой. Мой радостный маленький пёся. Так, а вот теперь мы в убежище. Черт подери, да... Минуточку. Ага-га. А чё ты радуешься-то? Хреново у тебя ствол. Глаза! Ах ты, сука! Давай. Пук. Хуя у тебя. Компенсированный. Погодите, компенсированный. Это у меня такой же или... Или нифига. Так, у меня... Странно, но почему-то тут лучше. Ладно. Меткость и вес меньше. Выкидываем. Так. Это тоже я выкину. Нахрена мне всякого говна? Посмотрите. Ой, блин, ой, блин. Блин, мне кажется, или пистолет все-таки стал немножко хуже. Что-то мне он меньше стал нравиться. Тот вроде как и... Или мне всего лишь кажется. Слушай, у меня вопрос. На кой черт делать убежище из станции метро? Ведь она же совсем не герметичная. Даже никто не собирался ими пользоваться, идиот. Войны мы такие афер постоянно использовали. Собираешь ребят с профсоюза, начинаешь стройку, которая никогда не заканчивается. А денюжки текут. Слушайте, мне кажется, или пистолет... Блядь, этот пистолет хуже. Сука, у меня еще мало здоровья. Так, я понял, короче, ребят... Тот пистолет был каким-то необыкновенным, я отвечаю. А вот это полное говно. Так, супик. Хотя, в принципе, можно привыкнуть. Нет, я не могу так. Почему-то этот пистолет стал намного хуже. Вот, вот честное слово. Давайте сейчас вот даже испытаем. Вот, не знаю, как вам сказать-то. И вроде точность-то хуже, но... Дай сюда мой старенький пистолетик. Я не знаю почему, но он... Он, знаете, как будто так... Он так нарисован, что ли, что намного легче становится. Вот, знаете... В CSGO, да... Там, понятное дело, руки изменяют люди. И это действительно работает. И прицел они меняют. Вот. Некоторые скажут, да нет, нет, профессионализм не из-за этого зависит. Нет, ребят, вот чем удобнее, тем лучше. И мне вот почему-то намного удобнее с этого пистолета стрелять. Вот увидите сами сейчас.
Гангстер. Ага, тихо. Офигеть. Вот видите? Сразу по головке. Ну да, тут, конечно. Ой, тихо. Раз. Два. Три. Все. Великолепно. Три, хуй куда три. Все, опять убил. Блять, не попал. Попал. Сука. Так, 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 позже, позже, позже. Главное, песик, чтоб не убили. Угу. Все. Не знаю, ребят. Вы скажете, что я мудель, хоть и характеристики вроде как бритвого злак. Что это? А, это бита. Так, ну все, погнали дальше. Ой, сколько я крышек уже с вас взял, а, ребят? Ну-ка, сколько? 1500. 300 где-то заработали. Ой, сосед тракториста. Трактористом будешь. Точнее, буду я. Это все, что у меня. Скальпель. Коробка со шпильками. Ход закрыт. Блин, тут ход какой-то интересный. Офигенный ход. Так, терминал Волтек. Ну-ка. Так, строго конфиденциально. Внимание, настоящая служебная записка. Если вы к ним не относитесь, пожалуйста, немедленно прекратите использование. Как вы уже знаете из инструктажа, убежище своем предназначено. Так что Лег семей, все резиденты знают, что будут жить исключение с другими чиновниками, однако... И я дальше не могу почему-то. Ладно. Приветствуем после долгих месяцев. А-а-а. Для социального эксперимента. А что за социальный эксперимент-то? Прикол. То есть люди с разными людьми тут будут жить. Что за эксперименты такие, а? В каждом убежище какой-то интересный эксперимент. Так, убежище 114. Я что ли еще не в убежище? Чуть не понял. Так, ладно, ребят. А дальше, наверное, все-таки стоит... Уже в следующую серию, потому что я смотрю на время, уже час, а мне лучше по часу делать серии. А, с вами был Злеу, до скорой встречи, дорогие друзья. Бай! Бай!